Главе региона продемонстрировали работу гибридного банкомата, виртуальной помощницы Сауле и робота Куаныша, который умеет распознавать лица и отвечать на вопросы. Что такое цифровой офис? Цифровой офис – это инновационный офис Казпочты, где клиентам предоставляется возможность получить почтовые и финансовые услуги Казпочты самостоятельно. Один такой офис может заменить работу целого отделения почтовой связи, насчитывающего до 20 сотрудников. При этом в ознакомительный период работу цифрового офиса будут контролировать и демонстрировать клиентам всего 2 сотрудника. В дальнейшем услуги здесь будут предоставляться в формате самообслуживания с режимом работы 24/7. Здесь граждане могут отправить свои посылки, получить и получить все виды финансовых услуг. Наша задача в рамках программы «Цифровой Казахстан» провести цифровизацию почты, и чтобы граждане без очереди, без лишних трат времени могли в комфортных условиях быстро получать наши услуги. Здесь у нас есть функция биометрической идентификации, когда система сама по лицу распознает гражданина, сразу дает допуск к системе, и он может, в принципе, оплачивать все виды коммунальных услуг и все виды платежей проводить. А также у нас есть отдельный уголок, где граждане могут в интернет-магазинах заказывать необходимые себе товары в онлайне. Кроме того, посетители цифрового офиса могут воспользоваться постаматами. В рамках поручения главы государства в Актюбинской области ведется активная работа по внедрению цифровых технологий во все сферы производства и жизнедеятельности. Основная их цель – повысить конкурентоспособность экономики, поднять качество и доступность услуг для граждан. Аким области отметил, что данная работа будет продолжена в районах области. В этом направлении уже ведется работа с АО «Казахтелеком» по обеспечению сельской местности высокоскоростным интернетом. По данным Казпочты, всего в текущем году планируется открыть 8 подобных отделений. Владимир Федотов, Аманжол Айтмагамбетов, телеканал Актобе.